Осень вступает в свои права. Для наступления холодов остается совсем немного. Насколько люберцы готовы к началу отопительного сезона, расскажем прямо сейчас. Сбоев нет. Котельная работает в штатном режиме. Температурный режим согласно графику. Эта котельная на проспекте Гагарина введена в эксплуатацию 10 лет назад. Ее тепловая мощность позволяет бесперебойно обслуживать все 60 многоквартирных домов и 16 объектов социальной инфраструктуры микрорайона «Красная горка». К предстоящему отопительному сезону ресурсоснабжающая организация готова. Котельная полностью автоматизирована, поэтому диспетчеризация налажена. На пульте управления оператор все видит, абсолютно все процессы, и управляет с пульта. Всегда важна подготовка к зиме, проверка всего оборудования, опрессовка сетей. Вот эта котельная сдана на 100%. В рамках подготовки к отопительному сезону по всем котельным объектам, по объектам водоснабжения у нас проводились выезды в течение всего летнего периода. Зиму нам нужно пройти в теплых, комфортных условиях в своих домах. По результатам проверок люберецких котельных городской округ к началу отопительного сезона полностью готов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.